Здравствуйте, мы в прямом эфире. Это программа ЖКХ Лайв. С вами Марина Николаева и Алексей Хатиновский. Закон о лицензировании был признан убрать с рынка все недобросовестные управляющие компании. Однако сложилась совершенно противоположная ситуация. Мало того, что компании, которые даже не подавали документы на получение лицензии, продолжают выставлять квитанции жильцам, так еще нешуточная борьба развязалась за управление домами. Прежние компании, сменившие имена, не отпускают дома. Серьезные интриги привели к противостоянию самих жильцов. Что такое общий дом, крепость или поле боя? Посмотрим на примере следующего сюжета. Дом по улице Брянского фронта 10 обслуживается управляющей компанией ЖЭК-2000 не первый год. И по словам жильцов, доверие к организации падает с каждым днем. Помочь жильцам разобраться с управляющей компанией вызвались представители городского комитета по ЖКХ. Они развесили объявление с приглашением на встречу. Однако листовки с дверей подъездов кто-то упорно срывал. Причем трижды за один день. А совсем недавно открылся интересный факт. ЖЭК-2000 провел заочное собрание жильцов, на котором якобы большая часть собственников приняла решение продолжить сотрудничество с организацией, о чем представители компании с гордостью сообщили в комитет по ЖКХ. Заочное голосование, у них протокол, но на 63% по вашему дому. А как понять заочное? Ну, единственное, что мы можем затребовать протокол этот, потому что если они не предоставят нам протокол, то мы этот дом выставляем на конкурс. Имеются и другие варианты. Например, жильцам рекомендовали провести легитимное заочное собрание. То есть старшему по дому поквартирно обойти собственников и самим определить дальнейшую форму управления. Остаться в ведении ЖЭК-2000, либо найти нового управленца. Способ управления выбирается также на собрании собственников. И по результатам собрания заключается договор управления с какой-либо управляющей компанией, которую собственники выбирают. В течение 5 дней управляющая организация, которую выбрали собственники, обязана уведомлять ту управляющую компанию, которая ранее осуществляла управление многоквартирным домом. На лицензированные УК отныне наложена большая ответственность перед жильцами многоквартирных домов. Например, по новым законам Государственная жилищная инспекция по представлению комитета по ЖКХ имеет дополнительные возможности воздействия на управляющие компании. На сегодняшний день мы по законодательству поступают 3 жалобы от населения о неисполнении своих обязательств перед населением. Мы выносим вопрос о лишении лицензии этой компании. То есть сейчас так? Это в наших руках. У нас есть для этого и муниципальный контроль, есть и жилищная инспекция. Есть городская администрация, есть комитет ЖКХ. Если же управляющая компания стабильно теряет дома и число потерь превысило 15% от общего количества многоэтажек, то по решению суда такая организация лишается лицензии, и ее директор не сможет в дальнейшем занимать руководящие посты в подобных компаниях. Однако пока остается открытым вопрос, почему некоторые управляющие компании вцепились в клиентов как черт в грешную душу, когда жильцы всеми правдами пытаются уйти из-под крыла опорочивших себя организаций. Может, преданность делу, а может, просто бизнес? Артемий Маркелов, Владимир Сидоров, события. Брянск. Итак, в нашей студии сегодня собралась достаточно большая компания. Это чиновники, представители надзорных органов и начальник государственной жилищной инспекции, а также сами жители. И мы пытаемся разобраться, почему действительно возникло вот это противостояние. Маргарита Витальевна, пожалуйста. Для начала небольшое объявление. Я попрошу всех минуточку внимания и представителей власти, и всех жильцов. Нас в студии 11 человек, да? Я сейчас посчитал, не считая операторов. На самом деле, друзья мои, нас 12. Нас уведомила Татьяна Александровна Заморкина, что она внимательнейшим образом, это председатель ЖЭК-2000, что внимательнейшим образом записывает весь эфир, фиксирует каждое слово. И не приведи Господь, она будет подавать в суд. Так что будьте предельно внимательны. Нас слушает большой брат, как принято было говорить. Вот вернемся к этому сюжету. Одну секундочку. Он прошел у нас в новостях некоторое время назад. На тот момент действительно жильцы готовы были, некоторые из них, покинуть компанию ЖЭК-2000, но не нравится им ее обслуживание. Тем не менее, к сожалению, новые компании, которые хотели презентацию сделать, не смогли даже прийти на собрание. Листовки попросту срывались. Вот объясните, пожалуйста, почему так происходило? И что вообще сейчас решили жильцы? И, наконец-то, можем ли мы увидеть этот протокол в общем решении собственников? Я вот что скажу. Да, лично я эти объявления видела. И не раз я видела эти объявления. Кто срывал? Ну, я уж тут не знаю, кто срывает. Я лично не срывала их. И с нашего подъезда большинство людей знали, именно с моего подъезда, где я, знали, что будет вот такое собрание, к нам придут представители. Но что я хочу сказать? Компания...
сейчас ЖЭК-2000, она как бы заново набирает себе дома. И мы должны подписать договора с ними, оформить договор. Ну, какое было все-таки решение? То есть, ну, вы же, наверное, чем-то руководствуете, я так понимаю, протокол-то существует на сегодняшний день, Сергей Иванович? Вам так, компания ЖЭК-2000 предоставила протокол по дому Брянского фронта 10. Потому что сколько мы звонили в администрацию, вы только сегодня буквально эти документы поступили. Вы же жильцы чем-то протокол, руководствовались, когда его подписывали? Да, и тогда решили заочно пойти по квартирам. Вот. И я хочу сказать, что я ходила с инженером нашей компании, я с ней ходила по квартирам. Ну и что? Люди подписывали, не возмущаясь, я не знаю. Понимаете, брать то, что было раньше, и как она относилась, да. Я лично сама занималась, я ходила в прокуратуру, я в администрации, я была кругом, я писала на эту компанию. Но да, последний вот год, последний год-два, я не вижу там никаких, вот чтобы они там, просишь, они делают, вызывают, приходят. То есть вы видите, приходят, что заметно обслуживание дома улучшилось? Улучшилось по сравнению с тем, что я много билась, много ходила. Вот. И я скажу, что улучшилось. Дворы наши хорошие, убирают все, подъезды тоже. Но в подъездах нужно, конечно, делать ремонты, но это в процессе вот. Я бы вот что хотел сказать сразу. Да, вот у нас тема какая, Марина? Как ты назвала программу? Противостояние жильцы против управляющих компаний. Против управляющих компаний. Жильцы против управляющих компаний. Я бы назвал программу по-другому. Город спит. Вы понимаете, в чем дело? Я не понимаю одного. Не наши жильцы спят, Маргарита там. Я совсем не это имею в виду. Я имею в виду, что город спит, городские власти спят. Понимаете, я не пойму. Вот у нас присутствует область, у нас присутствует жилищная инспекция, у нас присутствует прокуратура, у нас отсутствует город, нас игнорируют городские власти. Причем при всем при том, что я позвонил лично, приглашал сюда Косарева Александра Александровича, в крайнем случае его заместителя, председателя комитета по ЖКХ Гинькина. Телефоны, да, хорошо, мы придем, все нормально. После чего телефоны просто-напросто были отключены. И неужели таким образом они думают, что все рассосется? Я не понимаю вообще, из-за чего сыр-бор. В конечном итоге, Николай Анатольевич, поправьте меня, если я не прав. Вот если рассуждать чисто логически, да, компания, которая в свое время обанкротилась, я ведь эту тему поднимал не раз с самыми разными мэрами, пэрами и так далее, далее по тексту, разговаривал с заместителями губернаторов, и все, все говорили, да, компания банкрот. То, что она была эксплуатируемая, стала эксплуатирующая, это смена двух букв, ничего ровным счетом не изменилось. Лицо Татьяны Александровны осталось то же самое. Можно прибавить буковку, но компания останется та же самая. Почему был замах такой на рубль? Мы проводим лицензирование. Об этом было объявлено всенародно. Прекрасная идея, провести лицензирование. А удар был на копейку, потому что не получила лицензию ЖЭК-2000. Почему она спустя две недели ей опа, и дают лицензию. И так не одна она. Я не говорю сейчас только о ЖЭК-2000, бог с ней. Но не оттащить от сытного пирога человека никогда, это бог с ней. Я говорю, у нас всегда к Остапам Бендерам всегда было нормальное, хорошее отношение. Но почему замах на рубль, а удар на копейку? Почему вот такое происходит? Понимаете, если эти вот вопросы рассматривать таким образом, да, безусловно, складывается определенное впечатление, что да, вот вроде как бы пытались решить эту проблему, да, чтобы, ну, убрать с этого рынка недобросовестных. Ну, в соответствии вот с законом, который есть, и, кстати, порядок вот лицензирования, да, он не позволяет, к сожалению, это сделать. Это не только вот этот момент. Действительно, есть много управляющих компаний, которые не имеют возможности ни баз, ни участков, ничего. То есть не подготовлены для вот этих вот вопросов. Дело в том, что я вам скажу еще вот как пример. Да, у нас сегодня все почему-то хотят получить, значит, в управление новые дома. Там, где ничего не надо делать. Понимаете или нет? Но за счет этого, значит, получать определенную зарплату там, и прочее, доход какой-то, да? А вот жилые дома, которые двух-трехэтажные, которые бараки у нас, а у Брянска очень много, к сожалению, туда никто не идет. Понимаете, да? Вот, вот вам... А их отдают, да, естественно, муниципальным. Совершенно верно. И лицензирование, оно-то рассчитывало на совесть
людей, да? Но совесть никак... Ну вот очень тогда интересно узнать. Сергей Иванович, я помню, что вы давали пресс-конференцию о том, что после 1 мая 25 компаний в Брянске были лишены лицензии. Но чудным образом, 29, чудным образом по истечении 1 мая эти компании, часть из них вновь получили. Как же так случилось? Какой же тогда закон? Действительно, по закону до 1 мая имели право лицензировать компании, которые как бы уже имели в управлении дома. То есть, если бы эти компании получили лицензию до 1 мая, у них оставалось право осуществлять управление этими домами и в дальнейшем. Что касается ситуации с ЖЭКом 2000, то есть в апреле месяце, когда была подана первая заявка на именно лицензирование ЖЭК 2000, осуществлялась проверка. Основным лицензионным требованием является это раскрытие стандарта информации управляющими организациями. То есть это размещение той информации, то есть о тех услугах, которые о домах, о площадях, о тех тарифах на сайтах. То есть это сайт реформа ЖКХ, федеральный сайт, который определен правительством, и либо собственный сайт управляющей компании, либо сайт органа местного самоуправления. При проверке, проводимой в апреле месяце, да, у компании ЖЭК 2000 были выявлены нарушения, то есть эти нарушения нами были отражены в акте, в мотивировочном заключении, которое было вынесено на комиссию. И банкротом она была? Нет, это был уже ЖЭК 2000 номер 2. Все-таки мы говорим, что... Ну вот, видите, что получается. Но это, ребята, ЖЭК 2000 номер 2, ЖЭК 2000 номер 3. Так, тогда получается... В конце концов, это кончится так же, как с Ульяновой преснопамятной. Где она сейчас находится, мы знаем, УК Домовой. В местах не столь отдаленных. Ну зачем до этого доводить? Дело ее жива. Я спрашиваю, где город, где городские власти? Неужели Косарев, Генькин, они думают, что ситуация сама собой так рассосется? Что мы просто посидим, посотрясаем воздух и все? Пожалуйста, здесь уже много сказали о ЖЭКе 2000, позвольте мне высказать. Да я больше о городе защите. Нет, вы говорите о ЖЭКе 2000. Я председатель нового совета по дому 20/1 Брянского фронта. Вы говорили сейчас о том, что лицензию получали дома, у которых до 1 мая было на обслуживании дома. Я вошла на официальный сайт группы компаний «Таймыр». Я вообще не говорил этого, извините. Нет, это говорили вот сейчас, говорил Сергей Иванович. Говорил, да. На официальном сайте ОМКД «Таймыр» создано и зарегистрировано 8 октября 2014 года. На сайте опубликована информация по прескуранту 2015 года, места оплаты коммунальных услуг, прескурант 2014 года, прескурант 2013 года, прескурант 2012 года, когда компания не существовала. Список домов, обслуживаемых ОМКД «Таймыр», пуст. Домов на обслуживание нет. Каким сейчас образом они получили лицензию до 1 мая? Угу. Если вы выставили о том, что недобросовестные компании не получали лицензию до 1 мая. ЖЭК 2000 отнесли к недобросовестным, потому что не было полностью раскрыта информация. А здесь она ложная. Хорошо, мы вас поняли. Мы сейчас Алле Евгеньевне предоставим слово. Алле Евгеньевне, вы директор «Таймыр». Да. Пожалуйста, не торопитесь с такими выводами, потому что ваш руководитель это все записывает. Поэтому с теми словами в прямом эфире вы будьте поосторожнее. Тем более, что здесь присутствуют 3 члена лицензионной комиссии, которые занимались проверкой. Беспристрастно ко всем. 120 или 130 компаний, которые прошли. Так вот, и касается в части той компании, которую вы озвучиваете, она вышла с нулевыми домами. То есть сегодня у нас каждая управляющая компания имеет право, не занимаясь еще управлением никаких домов, получить лицензию, имея на это те требования, которые предусмотрены законом. А какие у нас требования предусмотрены законом? Первое, чтобы было зарегистрировано на территории Российской Федерации, о том, что руководитель имел квалификационный аттестат, о том, чтобы не числился в реестре недобросовестных и ненадежных руководителей, и о том, чтобы не было никакого уголовного преследования. Понятно. Данные документы, пакет сдан, жилищная инспекция лицензионной комиссии проверены. Вам просто нужно ознакомиться с законодательством Российской Федерации. Понятно. Просто я отреагировала на Сергея Ивановича сообщение о том, что те компании, которые не имели домов на обслуживание, лицензию до 1 мая не получали. Вот я
сделала комментарий по поводу компании, которую нам дальше предлагали. Если компания такая заявлялась до 1 мая без домов, она получала лицензию? Хорошо, я хочу... хорошо получила. Все дальше, понятно, все замечательно. ЖЭК 2000, почему все время говорится о том, что эта компания недобросовестна? Может быть, она когда-то работала плохо? Ну вот мы предоставим слово другим жильцам, которые считают, что она недобросовестна. Ну хорошо, есть большая кипа документов, пожалуйста, со всякими предписаниями. Лариса Алексеевна, сразу хочу вас ориентировать жителей, чтобы они быстро разобрались в этой ситуации. 8 мая ваш дом Брянского фронта 20/1 провел собрание. 56% проголосовали за выход из управляющей компании ЖЭК 2000. У вас есть протокол? Есть. Как же так получается, что ровно на следующий день, правильно, было собрано новое собрание, заметьте, нарушая законодательство о том, что надо было уведомить жильцов за 10 дней до проведения собрания, и тут же жильцы чудным образом изменили свое собрание, и те же 58% проголосовали за... Там уже не 58, а 90 они 90. Написали. Простите, вот, пожалуйста, вы даете неправильную информацию. Не 8 да. мая, а 12 мая было собрание. Прошу, я могу ошибаться. А наше собрание было 9 июня. А, да, мая, да, да, извините, я могу ошибаться. 9 июня. Хорошо, то есть 10 дней прошло. Нет, прошло нет, не 10 нет, дней, нет. Я почти это было наше собрание, которое... Это совершенно все о другом идет речь. Совершенно о другом. Дело было так. Значит, когда решили уйти от компании ЖК 2000, вот сложились такие обстоятельства, что в декабре месяце было проведено собрание жильцов дома, и на этом собрании было вынесено недоверие этой компании. Почему? Потому что на протяжении многих лет они практически вообще не занимались домом. Значит, с 13 года, когда был выбран совет дома, немножко начали тут копошиться. Мы собрали собрание, вот, пожалуйста, значит, 26 ноября. Одно из собраний. Там вот было высказано как раз недоверие, и выступали брянские коммунальные системы. Там же было озвучено, что Ефимова Татьяна Александровна имела компанию, эксплуатационную компанию, и задолжала вот этим вот коммунальным сетям 18 миллионов. Поэтому происходит смена названия, она уже делается Заморкиной, выходит типа замуж, или я точно не могу это сказать. Да, было такое. Вот. И уже переделывает это эксплуатационная на эксплуатирующая. Договора с этой компанией, конечно, новые, как бы, они оголом взяли все эти дома и перенесли чисто в новую эксплуатирующую компанию в эту. Вот. Шатать, тем не менее, исправно идут. Да, вот даже вот это нарушение, казалось, идет. И поэтому вот эти все нюансы, которые... Мы много делали заявок. Нет, жители сначала делали заявки. Вот, допустим, квартира 22, 36, там у них трещины вот такие вот, и в комнате сыро. Вот давайте тогда ближе к теме. Я знаю, что есть какое-то предписание жилищной инспекции, да. О том, что надо было покрасить окна, сделать швы в доме, отмостку вокруг дома. Что в итоге? Было это сделано? Частично было сделано. Частично было, частично нет. Частично по подвалу задвижки не поменены на стояки. Частично вследствие, если у тебя нужно что-то поменять, допустим, в доме, приходится отключать воду во всем доме. Я лично столкнулся с этой проблемой. Был крик, ор. Это был выходной день. Вот. Ну, я говорю, сказала, что извините, невозможно было перекрыть. Я бы спокойненько это сделал тихо. Вот. Но некоторые предписания выполнили, некоторые не выполнили. Гидроизоляцию, допустим, возле отмостки сделали с помощью раствора. Какая-то гидроизоляция, все понимают, что это не гидроизоляция. Вот. Ключей от техподполья у нас нету, никто нас туда не пускает. Что попытались один раз сменить замки на собственные, на следующий день их уничтожил ЖЭК. В данный момент эти замки ваши висят. Так, мы сейчас не об этом говорим. Да, действительно, и не в отмостке. У меня вопрос к Александру Евгеньевичу. Даже и в отмостке. Как представителю прокуратуры. Вот меня больше заинтересовал момент с 18 миллионами. И со смены эксплуатирующей на эксплуатируемой. Каковы возможности прокуратуре вмешаться? Я знаю, Александр Евгеньевич, что с приходом нового прокурора, с которым я встречался здесь, он все после готовы. Эфира сказал, что обращайтесь ко мне по всем вопросам, касающимся ЖКХ. Я столько собак съел, свору на вопросах ЖКХ. Я так построю всех. Мне очень приятно это было слышать, не скрою, потому что у нас творится нечто невообразимое. Значит, этот момент, и как можно создавать дублирующие компании и получать лицензии? Как это вообще возможно? Как вот это вот менять эксплуатирующее на эксплуатируемое, да. Долг
Остаются все те же действующие лица, как говорится, да, за компанией числится ряд нарушений предписаний. Потому что человек выходит замуж. И тут Анна же... Ефимова стала замуж. И таких компаний ведь сколько, если я начну? Вот достаточно что, много, нужно которые для того, чтобы название предпринимать? С пометкой УК, я не вижу, вот, понимаете, вот вы, у вас противостояние, я не вижу вообще смысла этого противостояния. Потому что это все можно было решить, если бы к нам сюда пришел Александр Александрович Косарев, Игорь Евгеньевич Гинькин, которые бы сели бы. Кстати, Николай Анатольевич, а кто у нас учредитель компании ЖЭК-2000? Вы знаете? Я думаю, Сергей Иванович можно узнать. Понимаете, четыре вот учредителя. Кто, один из них, Сергей готовы? Сейчас на данный момент именно там у данных компаний различные были учредители, именно конкретный какой, я не готов сейчас сказать, кто учредитель. Так, а есть какой-то? А можете располагать такой информацией? Я точно не могу. Но она в лицензионных делах имеет. Один, ну, Расала Евгеньевна Ишмелева, у нас тоже в лицензионную комиссию. Кто учредитель ЖЭК-2000? Честно говоря, мы не заостряем в лицензионной комиссии на то, кто является учредителями, честно говоря. Поэтому как бы это не требование, не лицензионное требование выяснять, кто является учредителями. Поэтому, к сожалению, даже не У нас председатель Прохоров, ему удалось узнать, кто учредители вот этой вот 2000 компании Заморкиной. Значит, я достоверно, ну, в смысле, сейчас вот его нет, он в командировке. Вот. Но знаю один из них, это представитель власти Бежецкого района, Денькин. Вот. Потом Коробов. Денькин? Да. В смысле, Игорь Евгеньевич? Ну да. Вот, Коробов Дмитрий Евгеньевич, это был юрист. Но когда мы с ним поговорили вот о всех этих делах, о 18 миллионах и обо всех, он исчез, он сейчас в Москве. Вот. Но с учителем он остался или нет, я точно не могу сказать. Вот, третий – это Заморкина. И четвертый, вот я просто говорю данные у Прохорова, поэтому я не могу сейчас это конкретно это сказать. Это вам четвертого лица. Это вам к сведению. Вам работает вот. Тут. Поэтому и когда вот решили лицензии компании 2000, и мы проводили, и когда мы когда лишили лицензии, не дали лицензию компании 2000, вот, да. В этот же день Бугрим всенародно, все услышания сказала, ну, свидетелей очень много, что компания эта будет восстановлена 19 числа. Были бы деньги. Значит, связи. Значит, ладно, сейчас вы будете говорить что угодно. Были бы связи. Были бы связи. Были бы. Можете сейчас ответить. Пожалуйста, покажите, какие развешивают обо мне без этих самых, без подписей. Сейчас я покажу. Нашего дома. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу, какие вы развешиваете. Так, это что за объявление такие? Что за объявление? Может, это в словах у них? Да, поближе покажите. Задумайтесь, это действительно по какой причине товарищ Бугрим, заведомо зная о присвоении наших денежных средств, какие денежные средства дома присвоил ЖЭК? Так, пожалуйста. И недобросовестной работе настаивает на дальнейшем сотрудничестве с этой компанией. Не я настаиваю, а жильцы дома. У нас было очное голосование. Ребят, Наталья Николаевна, объясните мне. Подождите, давайте попробуем. Ну, пусть я не в теме, хотя у меня тоже ЖЭК-2000. Но объясните мне, почему нужно биться? Вот как? Вот я, может, в театре абсурда, в зазеркалье я нахожусь. Вы бьетесь за компанию, которая 18 миллионов, которая поменяла буковки и все. Она была банкротом. Зачем вы за нее бьетесь? Объясните, может, я что-нибудь не понимаю. За тем, что последние два года компания работает нормально. В 2013 году сделаны работы по восстановление кровли. В 2014 году сделана отмостка. Уборщица, которая убирает подъезды в нашем доме, завидуют все жильцы, прилежащие к нам. Так, тихо. Зайдите в наш подъезд. Хорошо. Дом 10. Там около окон страшно стоять. Можете рухнуть. У нас, я не знаю, как у нас то же самое. Я говорю о доме, в котором я живу 29 лет. И я никогда не вмешивалась в эти разборки этого года. Нет. Потому что компания стала работать нормально. Замечаний у жильцов нет. 12 мая. А то, что банкротом она была, это ерунда. Дополним замечания. Аллу Евгеньевну приглашали на очное собрание. Она выступала, рассказывала. Давайте о компании. Подождите, дайте мне договориться. Сейчас одну секундочку. Мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Оставайтесь с нами, это ненадолго. We'll be right back.
наша программа продолжается. Уважаемые зрители, дозванивайтесь к нам в эфир, задавайте вопросы по теме. Если вы пытаетесь порвать отношения с прежней компанией, этот процесс затянулся и проходит болезненно, поделитесь с нами, расскажите о своей ситуации. Итак, вот позвольте, пожалуйста, Лиза Алексеевна, все-таки вам слово, вот можно по факту. Вот удивительно, что ваших жильцов, вот Бугрим, Наталью Николаевну, удивительным образом стала устраивать компания, которая просто сменила, скажем так, свое название, добавила ЖЭК 2001. Или какая-то буковка добавилась. Да, при этом осталась та же компания, тот же директор. Да. Да, вот. И при этом как-то сразу жильцы стали удивительным образом довольны. Хотя до этого сами ходили по жилищным инспекциям. Вот помимо этих 18 миллионов, когда отчитывается компания каждый год, допустим, да, бывают очень несерьезные, вернее, даже серьезные ошибочки, приписки. Вот смотрите, допустим, оплата за 12 месяцев уборщика мусоропровода в пятиэтажном доме. Это как? 46 тысяч, ну да, 46 тысяч, мусоропровод у нас есть в пятиэтажном доме. Это нормально? Вот, пожалуйста. Плохо зарабатывает это... мусорщики, так. Да, вот, пожалуйста, ремонт отмостки, 126 квадратных метров якобы они выполнили. На самом деле там сделано буквально со стороны котельной, с другой противоположной стороны, совершенно не ГОСТовский, 70 сантиметров и мазня вот такая вот. Отчитались, вы думаете, на сколько? На 87 тысяч. Это вот посчитали, ну, у нас строители есть, они посчитали. Даже, говорят, всю эту вот отмостку сделать вокруг дома, это уложиться можно в 20-30 тысяч. Это не только это. Здесь можно еще сказать. Вот мелочи. В этом году они нам поставили, оказывается, 18, на 18 тысяч задвижек на окна в подъездах. У нас шпингалетов, извиняюсь. Да, это раскрыто. Вы знаете об этих цифрах? Они прекрасно знают. Остальные тоже проголосовали, 85%. Я задал вопрос, на который не ответил заместитель главного прокурора области. Александр Евгеньевич Попов, пожалуйста. Александр Евгеньевич, так все-таки, что, какие полномочия и вот само это вот слово «придворная компания». Сейчас прозвучала весьма известная фамилия, которого человека, который якобы входит в число учредителей этой компании. Каковы могут быть действия прокуратуры? Действие будет однозначное. Мы по итогам этой передачи все те данные, которые здесь приведены, мы их проанализируем, и будет проверка. Обязательно. Uh-huh. Проверка как той компании, которая ранее осуществляла деятельность, и сейчас, я так понимаю, она продолжает еще, да, выставлять квитанции. Да. Поэтому мы, в принципе, те 18 миллионов, о которых вы говорите, что они якобы были совершены какие-то незаконные действия, были вот те приписки, те факты, мы обязательно координатами обменяемся после передачи. Вот, я думаю, что эту проверку мы проведем. Что касается вот двух компаний, о которых вы говорили, и смене вывески, так называемые, то я могу сказать, есть закон. И вот Сергей Иванович, он, я думаю, подтвердит это, что если есть закон, и компания отвечает тем требованиям, которые этот закон для нее устанавливает, то каким-то либо образом отказать ему, ввиду того, что там работают иные люди, вот этот вот фактор, он не учитывается. Если он был бы введен в качестве лицензионных требований для управляющей компании, то тогда... Хорошо, Николай Анатольевич, мы можем... Это федеральный закон. Никак нельзя разобраться с ним на местном уровне. Нет, здесь действительно мы тоже интересовались и по другим регионам изучали. Вообще-то есть проблема в целом в стране, вот в части, касающейся управляющих компаний и отношения их вот к своим обязанностям. Но сейчас поправки вот идут некоторые. Во-первых, сейчас уже протоколом, да, Сергей Иванович, будет, да, вот если подделка есть где-то протокол в собрании, да, то наступает уголовная ответственность. Сейчас уже изменения в жилищном кодексе начинают вот эти вещи допускать. То есть есть кое-какие изменения в части вот решения этих вот вопросов. Ну а так, я сказал, это на совести, это первое. А второе все-таки, да, муниципальное образование, руководство, да, должны вот эти вот вещи... Я встречался с Владимиром Ивановичем Попковым, мы с ним записывали программу целую, с председателем Думы, который, глядя в камеру, прямо сказал: я надеюсь, что нас слышит Вячеслав Сергеевич Тулупов, глава городской администрации, что, потому что уже сколько можно наводить порядок, сколько можно менять буковки и на это не обращать внимания, сколько можно, чтобы вот эти вот слова, это я не знаю, я в других городах не слышал, придворная, не, наверняка они есть там тоже, да, карманная компания. Но есть вот карманная компания. Говорю, да, это значит, это... что компанию крышует кто-то сверху. Полномочия муниципального образования. Поэтому вмешиваться в их деятельность сегодня очень
очень сложно. Николай Анатольевич, сложно. Вы позвольте, вы правильно сказали, что основной документ о том, что собственники выбрали или эту компанию для обслуживания их дома, это протокол общего собрания. Но вот к тому, что удивительным кардинальным образом жильцы так быстро меняют свое мнение, то есть вот спустя там какое-то время, да, сначала против, потом за, и протокол-то есть, и все хорошо, и все по закону, и все подписи собраны. Я хочу сказать, что в этой студии в 2013 году у нас была аналогичная программа, ток-шоу «Напрямую», где жильцы только дома Брянского фронта 4 приняли решение о том, что они уходят из компании ЖЭК-2000 в другую компанию. Директор новой компании присутствовал и объяснил следующую ситуацию, что я просто пытаюсь понять, я как бы гипотетически могу предположить, каким образом директоры этой компании ЖЭК-2000 стимулируют жильцов тому, чтобы они остались. Есть в некотором, в одном из СМИ статья, называется «Брянские чиновники тайно помогают управляющей компании ЖЭК-2000 бороться с жильцами». Я не буду озвучивать сейчас, что это за информационные знания. Но тут как раз по этой ситуации написано следующее, что директор компании ЖЭК-2000, когда жильцы уже приняли решение о том, что они уходят, решила подать в суд на председателя совета дома за то, что жильцы выбрали новую компанию. На что судья удивился, сказал, что это в принципе невозможно. Затем в этом деле появились фигуранты. Заметьте, так как управа все-таки у компании нет права подавать иск. Заметьте, что из 4 человек фамилии были следующими. Первая Шульга, а вторая Гинкина. На тот момент Шульга Алла Васильевна была заместителем главы Бежецкого района. Гинкина – это мама Игоря Николаевича Гинкина, которая проживает в этом доме. То есть вот, понимаете, как бы связь в данной ситуации – фамилии известных. Я думаю, и то, что мы говорили господин выше, Войтович, наталкивает все-таки на мысль о том, что какие способы поле для работы присутствуют. Да? Вот, я к тому, что вот, прокуратура, Александр Евгеньевич, обратите, да, пожалуйста, я не хотел, внимание я не на хотел то, на что этом вот останавливаться, о чем вы говорите, потому что я не знаю. Я хотел бы все-таки вот поинтересоваться, более аргументированно вот эта сторона говорит о том, что подождите. Вот вы скажите, пожалуйста, да, вы хотите получить управляющую компанию. Вот чем одна хуже другой? Да. Понятно, да? Вот они аргументируют чем? Право. Что затраты, смотрите, затраты, да, на это. Там явные, значит, какие-то приписки, да, безусловно. Понятно. Вы говорите, вот там хорошо все сделали когда-то, да, вот привели, покрасили и все. Мне вот интересно все-таки, чем вы аргументируете вот то, что именно вот эта компания лучше, чем вот эта? Пожалуйста. Во-первых, цена. У нас в нашем доме живет по большей степени пожилых людей, пенсионеров, которым выгоднее компания ЖЭК-2000 по оплате текущего ремонта. Раз. Во-вторых, подождите. Цифры, пожалуйста. 12,96 квадратный метр. Таймыр 15, и как известно, собирался повышать выше цену. Раз. Второе. Второй вопрос. Людям очень трудно добраться в Бежецу, так как основной офис находится в Бежецком районе. Вызывать слесарей, сантехников, ездить за какими-то документами, а зачем, нужно в Бежецу. Нужно обязательно для этого приходить. Ладно. Нужно позвонить. Я думаю, просто не владею. Дело-то не в Бежецу. Я присутствовала на том собрании, когда вы приходили. Я очень хорошо слушала. Ну и давайте я вам еще раз расскажу, что вы слышали. Во-первых, вы дали нам 2 недели на размышления. Вот вы сказали, пожалуйста, ремарку. Давайте мы, да, вести диалог. Вы даете только слово... Нет, вы сказали, нет, нужно ездить в Бежецу. Сразу, сразу хочется, что это не так ответить. Я хочу высказать свое личное мнение. Позвольте, вы выскажите, пожалуйста. Пожалуйста, да, и мы потом дадим слово, хорошо? Хорошо, только, без вопросов, пожалуйста. Но я еще не сказала, не нужно перебивать. Марина, я просто присутствую здесь не как руководитель управляющей компании, которая одна из кандидатов, да, на управление вашим домом. Если вы не согласны, то, пожалуйста, дайте высказать. Совершенно независимое лицо. Нет. Поэтому рекламировать через компанию «Таймыр» о том, что она может, я не собираюсь делать. Но я так думаю, что просто-напросто, слушая вас сейчас, вы не до конца знаете законодательство Российской Федерации. Извините меня, на это я вам скажу. В том числе на формирование тарифа. То есть вы никак не можете понять, что вы, когда вы должны совет дома. Я должна как собственник выбрать то, что мне лучше. Вы должны понять, что цена формируется на основании плана работы. Заплатить за мусоропровод в пятиэтажном доме. За 3 рубля не
ничего не будем делать. Покажите официальные документы. Хорошо. Это не запись. Хорошо. Я рассказываю официальный, совершенно нормальный случай, который произошел со мной в моем доме, где Татьяна Александровна Замуркина в свое время меняла лифт. Там у меня дом 9-этажный. Она меняла там лифт. И несмотря на то, что вот в эфире с самыми высокопоставленными лицами, Маргарита Витальевна прекрасно об этом в курсе, деньги собирали на лифт с нас, да? Какое было предложение? Причем предложение с самого верха. Мы приезжали, тогда еще был Курашов. Я на администрацию к нему ходила. Да. Мы вошли в федеральный закон. Мы сказали, очень простое решение. 2 месяца или 3 не будет работать лифт. Просто-напросто берите деньги за неработающий лифт. А эти вот суммы мы платить не будем. Все. Таш на даш получается. Это да, ситуация. Все нормально. Ничего подобного. И деньги заплачены были, и за лифт платили, как будто он работает. Потом никому деньги возвращены не были. Было такое, Маргарита? Да, да. Было, совершенно верно. Совершенно маловразумительно с местами общего пользования. У нас счетчика тогда не стояло. Менялись каждый месяц 145 рублей за освещение места общего пользования. То 3 рубля, то 17, то 28. Да, в общем-то, дело все не в этом. Где Косарев? Где Гинькин? Где? Меня вот что интересует. Почему? Почему? Какая компания хорошая? Даже дело не в Таймыре. Это не в Таймыре. А почему пришла МУП, муниципальная компания, пришла, развешала точно так же листовки. Раз, два, три, четыре. И тут же другая информация. Почему люди, Сергей Иванович, я не знаю, вот к кому, в прокуратуре обратиться еще к Николаю Анатольевичу, почему люди вот после того, как прошло лицензирование управляющей компании, вдруг стали получать квитанции от компаний, которые вообще не подавали документы? Это УК, сервис, ОМКС, домовой. Они продолжают выставлять квитанции, хотя они вообще никто сейчас, они имеют право дальше работать. Смотрите, ситуация по компаниям, которые не получили лицензию, либо не заявлялись на эту лицензию. Обратно же, эта информация была предоставлена в органы местного самоуправления. И там было обозначено, что у органов местного самоуправления должны были быть инициированы собрания на данных домах, в первую очередь для смены управляющей компании на ту, которая имеет лицензию. Если же, учитывая, что да, существует такая как бы проблема, это пассивность собственников и собрания не состоятся, то ими должны были быть инициированы уже процедура проведения конкурса и в рамках конкурса на выбор управляющей компании для данного дома. Кто должен инициировать? Вот я тоже много раз слышал, понимаете? Комитет по жилищному. Да, я беседовал с Александром Михайловичем Жигуновым, зам губернатора. Он говорил, надо инициировать. Так получается, что компания эти имеет право еще выставлять эти платежки? Или все-таки не имеют? Потому что есть предписание прокуратуры, я знаю, что это не должно быть так. Вам что-то известно по этой теме, Александр Евгеньевич? Сколько, если я правильно понимаю, это те компании, которые не... Компании, которые не получили лицензию, даже не подавали, они продолжают квитанции людям. Есть переходный период. До момента выбора по новому действующему законодательству той компании, которая имеет лицензию... Сколько по времени? Ну, смысл в том, что у нас получается следующая ситуация. Мы... В ходе тех проверочных мероприятий, которые были уже проведены, констатировали факт, что органы местного самоуправления, это касается не только города Брянска, не выполняли свои функции по организации конкурса в отношении того жилого фонда, который... То есть вот и получается, что никто не проинформировал, люди ничего не выбрали, а уже конец, уже июль, то есть уже все сроки пройдены, и люди дальше платят несуществующим компаниям. Помнишь, вот было озвучено, причем приходили тогда еще... Когда еще Михаил Семенович Кобозев занимался жилищно-коммунальным хозяйством, сейчас он только промышленностью занимается, он озвучивал, до 15 мая город должен инициировать, предложить компании. Предложить. До 15 мая. Город безмолвствует, я говорю, по-прежнему. Я понимаю, что народ пассивен. Я понимаю, что Маргарита Витальевна вот говорит, что она обходила... Я не знаю, ко мне никто не приходил. Когда собрание у нас во дворе было, все сказали, к нам никаких бланков не приносили. Вот кто должен, я не знаю, на какую кнопку нужно нажать, какое еще создать ведомство, организацию, чтобы контролировать деятельность вот, да вот этих вот... Да столько их не создавали. Вы понимаете, сколько еще нужно создать, опять же, каждый раз вот удивляюсь. Не было вообще, просто. И не было бы этого противостояния между этими очаровательными женщинами. Не было бы, потому что просто не было бы этой компании. Простите, пожалуйста, нам дадут высказать свое мнение? Одну минуту, я хотел просто вот сказать, о чем разговор. Вот вы как-то сослались сейчас, вот, я разговаривал о том, что вот 12.50, да, или эти 15 собираются.
Вас никто не заставляет платить столько, поймите правильно, это ваше право. Вот как вы приняли решение, да, так и платите, ради бога. Но вопрос другой. Мы сегодня имеем пример достаточно серьезный в отношении водопроводно-канализационного хозяйства города Брянска. Вот так снизили тарифы, что практически сегодня предприятие банкрота. И как дальше обеспечить людей водой, мы не знаем. Понимаете, нет? Вот эти вот уменьшения вот этих тарифов, все эти вот заигрывания среди людей, вот это вот и позволяет. Почему? Потому что вопрос другой. Не то, что платить, а сколько этих денег, которые вы платите, да, пойдут на содержание этого жилья, чтобы обеспечить условия нормальные для вашей жизни. Вот в чем вопрос. А мы почему-то вот, вот это будет, это не будет. Вот сколько сейчас управляющая компания, да, вот, в принципе, на содержание своего аппарата отчисляет? Да, вы из общей суммы. Цифрами, я так понимаю. Сколько? Ну, в районе, знаете, наверное, 20%. Я ж не знаю, наверное или не наверное. Вы должны знать. Ну, вы так радуетесь. Вы же жители, вы должны это знать. Вы контролируете полностью договорные отношения. У вас должно быть приложение на 9 листах. Каждая цифра должна быть прописана за каждый вид деятельности. Поэтому прошу прощения. Дело не в этом. Свое содержание до 25%. Можно, если вы даже сказать, не... Да. Это должны вы им утвердить и сказать, вот, Николай вы Анатольевич, должны можно? Столько получать, да, и не совершенно больше. Совершенно верно, абсолютно правильно. А вы не знаете, поэтому... Вы только выбранный совет, а у нас совет, который работал 5 лет. Так вы должны все эти вопросы разрешить сами. Секундочку, все, разрешите, мы вам слово предоставили. Да. Сказать, учитывая, что нас смотрит население Брянской области. Пожалуйста, это очень важный момент, который должны понимать мы все, живущие в многоквартирных домах, что на сегодняшний день только общее собрание собственников принимает решение об утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт. Это вы должны четко понять. Или же в некоторых случаях наделяется совет дома, которому в протоколе наделены такие права. Сегодня ориентироваться на тарифы, которые были установлены когда-то, принимались администрацией города Брянска, если мы касаемся города Брянска, нельзя принимать. И об этом гласит жилищный кодекс Российской Федерации с 2004 года. Эти тарифы устанавливались для нанимателей жилых помещений или для домов, не выбравших способ управления. Почему мы неоднократно на этой программе говорили, что очень важно выбрать совет дома? Потому что совет дома совместно с управляющей компанией должен пройти 2 раза в год, составить акт состояния дома, дефектную ведомость и определить размер платы. А теперь в отношении важного вопроса, который также интересует наши жители. А сколько же плата на управленческий персонал? У кого 25%? Я поднимала, смотрела договора некоторых компаний. Это неправильно. На сегодняшний день, согласно раскрытию информации, стандарта раскрытия, должна быть известна не проценты, а точно сумма. Тариф на метр квадратный. А вот вы его не знаете, поэтому это уже настораживает. И уклон составляет в компании от 2 рублей до 3 рублей. Все. Ну, приблизительно 2,90. Спасибо, Анна. У нас есть один звонок, очень просится наш телезритель, дозвонился. Калинина Светлана Викторовна, руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Брянской области. Здравствуйте, Светлана Викторовна, очень рады вас слышать. Если можно, очень интересно, меня смутил ответ, и если можно получить ответ сейчас прокуратуры и Государственной жилищной инспекции, дабы это самые основные вопросы, которые волнуют сейчас население. Если до 1 апреля управляющая компания, дублирующие или какие-либо, не подали заявление на получение лицензии. С 1 мая имеют право выставлять квитанцию на оплату или не имеют? Ответ прокуратуры Александр Попов дал нашему центру, что не имеют права эти компании вообще выставлять квитанцию, осуществлять деятельность. То, о чем мы Давайте мы так, а ресурсоснабжающие организации на сегодняшний день имеют право заключить временно до выбора новой управляющей компаниями и жильцами прямые расчеты и прямые квитанции на оплату коммунальных ресурсов. Давайте мы наведем все-таки порядок. Спасибо. Спасибо вам. У нас 13 человек в студии. У нас Светлана Викторовна бдит. Ну, давайте дадим слово все-таки. Сейчас послушаем тогда все-таки Александра Евгеньевича. Ну, вот если же дать предписание, действительно, я пыталась тоже у вас спрашивать. Я слышал тоже. Мне говорила Светлана Викторовна, что так оно и есть, что по решению прокуратуры ведь не имеют права выставлять. Должны тогда перейти дома на прямые договоры с ресурсниками. Нет, вопрос о том, у нас вопрос о том заключается, что может ли у нас вот эта ситуация складываться таким образом, как сейчас вот озвучили, что они выставляют эти счета. У нас управляющая компания, которая может осуществлять управление домом, это компания, которая появляется только с момента того, как либо жильцы определились, либо проведен открытый конкурс. Бросить этот дом в воздухе
Я нисколько не пытаюсь... Нет, ну почему в воздухе? Прямые договоры, Алла Евгеньевна. Есть кто возможность заключить прямые договоры с ресурсниками? Вычеркиваешь несколько первых позиций. А компанию нанять по договору только на обслуживание. Нет, здесь так можно, Сергей Иванович? Вы поняли, что предписание то существует в вашей прокуратуре? Если я не ошибаюсь. Обратно же, как разъяснение, то есть обратно, что орган местного самоуправления, он мог, если да, старая компания исполняет, пока орган местного самоуправления конкурс, там либо выберут собственники, в то же время у него есть еще право, либо в рамках мероприятий ГОИЧС, как разъяснял Минстрой, то есть созвать комиссию ГОИЧС, но это как ситуация в тех, если управляющая компания старая отказывается вообще, то есть они ей не дали лицензию, она уходит с рынка, говорит, я не буду управлять этим домом. То есть да, органы местного управления есть право в рамках комиссии по ГОИЧС созвать ее, это расценивать как чрезвычайную ситуацию и назначить, да, управлять этим домом, компанию, именно дом, МУП, там, ну, муниципальное предприятие. Либо в рамках закона там, о муниципальной преференции тоже имеется у органа местного самоуправления такое право. Но обратно, ну, что он должен, знаете, это вот у меня такое складывается впечатление, что там того, что город не проводит собрания, активно не предлагает новые компании, соответственно, наверное, выгодно всем, что эти компании, которые не получили лицензию, продолжают получать деньги населения. Алексей, посмотрите, пожалуйста, на выдержку из статьи 7. Закона 225. Даже если судом отказано в выдаче лицензии, собственники помещения имеют право продолжать работать с данной компанией. Вот, это то, что я вот вы хотите с ней работать, вы и платите. Мы не хотим. А у меня есть такой вопрос. Позвольте мне, пожалуйста, озвучить цифры. Ну только я не понимаю. Один протокол, другой протокол. Давайте мы сейчас, подождите, одну секунду. Мы вынуждены сейчас прерваться на рекламу. Это наше правило. Сейчас реклама впереди, продолжим, подведем итоги. Буквально минута. Сейчас, да, сейчас. Итак, наша программа, к сожалению, подходит к концу. И напомню, сегодня мы говорили о последствиях закона о лицензировании управляющей компании, о том, какая неразбериха сегодня творится между жильцами и компаниями. И вообще пытались разобраться, почему жильцов не отпускают прежние компании, сменившие лишь название, и это приводит к противостоянию самих собственников. Поэтому вот, пожалуйста, нужно подвести сегодня итог. Очень бурное обсуждение, да. Самое бурное, проходит во время рекламы. Почему? Да, да. К сожалению, тут, вот мы... Тут бы вот дать прямой эфир так раз неожиданно, раз... Скажите, вот кому вы собираетесь договариваться? Вот дальше что вы будете делать? Или вы дальше будете битву устраивать? Нет, я не знаю, мы должны, наверное, договариваться. Но дело в том, что когда мы решили сменить компанию, мы провели все по правилам. Заслали людям уведомления. Положенные сроки. Через 2 мая было вышено объявление, что 12 мая будет собрание с переходом, и обозначено, что, какие тут повестка дня. Люди 10 дней готовились к этому, смотрели. Здесь мы предлагали переизбрать, не, довыбрать совет дома. Я предлагаю, знаете, собрание вам, было сорвано. Вот, ну, слышно, у вас действительно борьба идет, очень страшно. Почему бы вам, не пользуясь сегодняшним эфиром, вот друг с другом сейчас договориться о том, что вы проведете еще раз одно собрание? Хотите, пригласите нас как третью сторону, наш телеканал привлеките. Главное, давайте что, мы поучаствуем. Сергей Иванович, вы готовы пойти на собрание? Пойдете? Алла Евгеньевна, поприсутствуйте как член Центральной комиссии. Протокол заочного голосования в связи с тем, что в информационном объявлении стоят одни цифры, вот я предлагаю, в протоколе стоят другие. На примере ваших разборов. Пожалуйста, никем не подписан, опять же. Я думаю, это не выход, Марина. Но, тем не менее, мы попробуем посмотреть, как на самом деле реагируют люди, что они хотят. Откуда наш протокол у вас? Это не выход, это не выход. Так никогда не договориться все равно. Выход один, я вижу. Все равно я возвращаюсь к тому, с чего начал. Выход только один. Косарев. Город, городские власти, правильно, Николай Анатольевич? Ну кто? Вячеслав Сергеевич, который должен обязательно обратить на это внимание. Ну, действительно, взрывная ситуация. Почему город находится в стороне? Ну не рассосется сама собой эта проблема. Но все равно останется этот, не устаю вспоминать эту считалочку. Шалтай, болтай, висел на стене, свалился во сне, а вся королевская конница и вся королевская рать не могут шалтай, болтай собрать. Это давным-давно было сказано и так остается. Не могут у нас сладить с управляющими компаниями. Почему? Не приходит на программу, игнорирует это. Поэтому нам приходится поневоле вспоминать, у нас, ну, есть, конечно, жилищный спектр, слава богу, поневоле приходится вспоминать господина Воланда из «Мастера Маргарита», который в свое время сказал, люди, хорошие вы люди, старики хорошие люди, но жилищная проблема
вас испортил. Это было сказано 100 лет назад. Что-нибудь изменилось? Ничего. А я хочу напоследок все-таки дать немножко совет нашим зрителям, что если вы, вот в случае, как, например, с людьми, которые не согласны, составили протокол, все у них по закону, можно ли так поступить, что вы выбрали компанию, она вас устраивает, компания, соответственно, берет на себя полномочия, что она берет уже этот дом, договаривается с ресурсоснабжающими организациями, ведь протокол-то у вас тоже есть, он у вас существует. И дальше компания предыдущая выставляет квитанцию, новая выставляет квитанцию, и жильцы просто платят той компанию, которую они действительно выбрали. Тогда прежняя компания просто сама отстанет от вас, потому что перестанет получать доход. Как вы считаете, Николай? Когда есть протокол, есть представленный. У них тоже есть протокол, в том-то и дело. У вас есть протокол, и у них есть протокол. Вы как, вот скажите, вот вы живете в последнем подъезде, да? Вас все устраивает в нашем доме. Ладно, может быть. Ну, лавочка возле вашего подъезда. Простой вопрос. Вас устраивает? Она есть вообще? Нет, у нас ее нет, потому что наши жильцы отказались от установки лавочки. Да. И в соседнем подъезде тоже. И то, в соседнем подъезде есть лавочка. И то, да, что уже может быть, на... фотографию показать. И то, что уже на протяжении 5 лет промерзают стены, вас устраивает. А на компании «Сакс», например, там зимние сады прямо... прямо на лестнице. В общем, я желаю вам, чтобы у вас появились лавочки, чтобы вы наконец-то... Наш дом с программой, и посмотрите, в каком он состоянии. Каком? В каком состоянии подъезды, в каком состоянии двор. А кто этот двор делал собственными руками? Собственными руками мы и делали. А собственники должны... Даже вот этот момент, я думаю, согласишься ты со мной, что тут необходим третейский судья. Третейский судья. У нас его сегодня нету, к сожалению. К сожалению. Я с вами согласна. Большое спасибо всем, кто... И очень хочется верить, что на следующую программу пообещал мне наш новый прокурор придет. Он очень хорошие, весомые, веские слова говорит. Будем надеяться, да. Особенно будем меня все ждать. Впечатлило то, что в Челябинской области он в течение недели 43 человека посадил. Это как-то вот радует. Знаете? Николай Анатольевич, спасибо большое. К сожалению, время эфира подошло к концу. Я хотел бы вот полминуты... Пару слов. Да, пару слов сказать, в части чего. Все-таки вы находите возможность... Вот, компромисс. Да, компромисс в своем решении. Почему? Потому что вот этот вот период, он летний период, для вас кого-то отпуск, кто-то чего-то, а мы готовим хозяйство к зиме. Поймите правильно, вот дождетесь зимы, а как потом дальше будете зимой жить в своем доме? Вопрос. Поэтому я бы обратился да, ко всем жителям. Смотрите, да. Спасибо большое. Все, программа подошла к концу. Спасибо всем, кто пришел. До встречи. Всего доброго.